Привет всем. Давно я не записывал ролики. Хотя записал, по-моему, пару роликов. Я даже не выложил где-то. Они у меня лежат в Google Фото. Это обзор еды дешевый. Перцы я уже показывал, но просто я купил очередной раз. 60 рублей, и такие перцы, ну, намного дороже, 200 рублей где-то стоят. Ну, дешевле они из-за того, что 150, 200, по-моему, даже 250, из-за того, что мятые они. Ну, вот здесь вот бока, видите, помятые. Ну, состояние, я считаю, хорошее. Хорошее у них. Претензий нету к перцам. Ну и запах нормальный. Ничего не, ну никаких посторонних запахов, я имею в виду, в этом смысле нормальный. Вот такие огурцы. Огурцы тоже от 100 до 200 рублей, дофигища сейчас стоят. Эти 60, ну, сами видите, потому что он кривой. Ну так, кроме того, что кривой, больше я дефектов не вижу. Надеюсь, внутри тоже там нету какой-то гнили. Вот еще такой же вот огурец. Видите, кривоватый, но нормальный. Так, он хочет. Хочет телефон сбиться. Ну ладно. Все равно скривился немножко. Какой-то Дед Мороз у меня тут вечно. Поменять его, что ли? Какой Дед Мороз. Уже апрель. Какой Дед Мороз. Все. Полотенце такое с Дедом Морозом. И помидоры. Вот помидоры. Помидоры тоже я почти что не покупаю. Они стоят там 200 рублей, даже дороже, 220. Ну, имеется в виду вот эти вот сливовидные, ну, вот с этими на ветке, которые, вот. Ну, даже эти парниковые круглые, они тоже дофига сейчас стоят. А азербайджанские, ну, они есть, но в Перекрестке я не помню, есть они или нет. В общем, они сейчас, по идее, вообще 500 рублей должны стоить. Это, в общем, они, видите, мятые, поэтому дешевле. То есть они долго не пролежат. В чем суть, что помидоры можно так положить, и он будет лежать месяц, но вот эти помидоры несколько дней пролежат, а потом развалятся в кашу. Но так особо больше дефектов я в них не вижу. Только нужно мыть их хорошенько, потому что они валяются, где пыль, грязь там. Здесь все там, конечно, без перчаток, без масок, как обычно, ходят. Ну, вот такие вот помидорки. Вот они. Выглядят нормально. Вполне нормально. Только вот мыл их. Пришлось мыть два раза, потому что, ну, на улице стоят, люди ходят, там все. Ну, это ларек, который ларек.
ларьке все что угодно может происходить. Поэтому есть опасность. Ну, в магазине тоже могут накашлять. Так, ну и все, в общем, ничего особо больше у меня нет. Есть там, можно игруши покупать в этих ларьках. Ну, я сейчас не покупаю груши. Что-то не очень тянет. По 150 рублей груши покупать. Так, что-то я... А, я ее раздавил. Вот, раздавил. Это, значит, это надо быстро есть. Вроде мятых я как бы не брал. Здесь она побилась уже. Видно, пока нес. Повредил. Очень мягкие они. На этом все. До свидания. Всем всего хорошего. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Пока.